В Лангепасе зарегистрировано около 300 злостных неплательщиков алиментов своим детям. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма долга 69 миллионов. Судебные приставы регулярно организовывают профилактические рейды. В частности, Ксения Петрова ежедневно посещает порядка 5 квартир. Ее задача – убедить должника платить по счетам. Плата алиментов – это одна из основных обязанностей граждан, у которых имеется данное обязательство. Однако многие должники не осознают в полной мере ответственность за неуплату алиментов, относятся халатно к данным обязательствам. С момента возбуждения исполнительного производства должник обязан явиться на прием к судебному приставу исполнителю, сообщить о своих доходах, с которых у них будут удерживаться алименты. В случае злостного уклонения от уплаты должник может привлекаться к административной ответственности. В соответствии с частью 1 статьи 535.1 КП РФ, наказание за неуплату алиментов без уважительных причин более 2 месяцев со дня возбуждения исполнительного производства может повлечь за собой наказание в виде обязательных работ, административного штрафа, либо административного ареста. Привлечение к уголовной ответственности возможно в случае, если должник ранее привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 535.1 КП РФ, и продолжает уклоняться от уплаты. Данное преступление наказывается исправительными работами, либо принудительными работами, либо арестом, а также лишением свободы на срок до 1 года. С начала нынешнего года сотни должников не смогут уехать за границу. Такие ограничительные меры приносят свои результаты. Приставы таким образом взыскивают с нерадивых родителей денежные средства в пользу детей.